Коллеги, наш пресс-центр retail.ru продолжает свою работу на выставке Retail Week. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анна Шульгина, я бизнес-консультант и специализируюсь в области маркетинга, трейд-маркетинга и продаж, но основной свой элемент вижу как товар вывести на полку. Это вот, пожалуй, то, что мне очень нравится делать и что лучше всего получается. Мы знаем, что вы спикер нашей деловой части. В пятый день люди смогут послушать ваше выступление. Расскажите, может быть, о теме. Да, в пятый день этой прекрасной конференции у нас будет тема про альтернативные продукты, ЗОЖ-тематика, и я там являюсь спикером. По воле случая, я сама потребитель альтернативных продуктов, и мне категорически их не хватает на полках, поэтому я считаю, что это огромная возможность и шанс немного изменить полки наших магазинов в сторону того, чтобы такие продукты появлялись, и был выбор у людей не только среди традиционных, привычных продуктов, но также альтернативных продуктов питания. Здорово, когда вы потребляете какой-то продукт, которого вы не видите на полках, но при этом вы работаете в этой сфере и можете повлиять на ритейлеров для того, чтобы они этот продукт вывели на рынок в большом объеме. Однозначно. Это самая-самая большая возможность повлиять на то, чтобы полки магазинов изменялись в сторону в соответствии с трендами потребительскими. Расскажите, пожалуйста, у нас сейчас первый день выставки, вы уже посетили какие-то стенды, может быть, посмотрели на деловую часть, что-то вам понравилось, какие у вас впечатления? Да, я посетила сессию про мультиформатность, основными спикерами были представители Магнита и X5, очень интересная тема, особенно через призму онлайн и развития онлайн-ритейла, и, конечно, то, как два крупных игрока, самые крупные игроки ритейла видят это направление и видят себя в рамках изменяющегося мира, это вводит в состояние такого восхищения. Здорово. Мы пожелаем для вас, чтобы выставка прошла наиболее интересно, продуктивно. И надеемся, что все наши зрители смогут посетить ваше выступление и найдут время, и самое главное, найдут очень много всего интересного. Спасибо вам огромное за такое общение. Спасибо вам большое. Приходите на нашу сессию в пятницу.